Привет, привет. Ну что, раз ко мне стали прилетать синички, надо делать кормушку. Сделаем самый простой вариант. Надеюсь, получится. Ну что, я буду делать из бутылки. Значит, убираем. Вот эту штучку. Смотрите, моя задача, наверное, вот где-то вот здесь. Я сейчас сделаю отверстие, в которое птички должны залетать к нам в гости. Так, надо, наверное, побольше сделать, чтобы даже самая жирненькая птичка могла к нам пролезть. Так, ну-ка, еще, наверное. О! Вот так, наверное, да? Хватит, видно вам. И смотрите, вот эту бутылку я хочу прикрепить к ветки дерева, поэтому мне нужно вот здесь вот с другой стороны сделать два отверстия для веревочки, ну таких небольших, чтобы можно было резиночку, да, я, наверное, просуну туда. Сейчас посмотрим, хватит ли мне этого. Ну так, чисто теоретически хватит. Резиночка. Беленькая. Не знаю, мне кажется, ее много не нужно у меня. Во-первых, ветка там не такая большая. Ой. Так, просовываем. Ой, сейчас руки бы не застряли. Вот смотрите, и вот таким образом я к ветке ее, наверное, эту кормушку буду приделывать. Интересно, мне одной хватит? Ну, должно хватить. Или может сделать двойное? Давайте, да, сделаем. Наверное, чуть пониже еще одни такие же веревочки сделаем. Вот. Давайте еще вот здесь. Просто я планирую туда корм насыпать. Ну, вот где-то вот столько. Понятно, что она будет немножко тяжеленькая, чтобы она... Кормушка никуда не упала. Давайте лучше еще одну веревочку возьмем, да? Сколько? Ну, столько же приблизительно. В конце концов, если когда будем вешать, поймем, что нам это неудобно, да, прикрепить в двух вариантах. Мы одну просто снимем. Завтра с вами повесим. Чисто теоретически вот так вот на ветку, к стволу. Сюда, я не знаю, сейчас я посмотрю, может у меня пшено-то есть. Что положить-то синичкам? Птичкам, синичкам. Сейчас посмотрю. Смотрите, у меня мало что нашлось, но я куплю, конечно, что-то.
Пшена у меня не было. У меня здесь есть перловочка. Немножко перловочки. Здесь у меня горохово-овсяная смесь. Но они горох, наверное, не едят. Горох надо выбрать. Как Золушка. Раз-раз. Горошек выбираю. Пока у них еще есть всякие скажем так деликатесы. Еще ягодки какие-то на деревьях есть. Еще, в общем-то, травушка есть. Поэтому, ну, пока немножечко. Немножко им насыплю. От того, что в доме нашлось. Положу туда же чипсы апельсинчик. Вот у меня две штучки есть, да? И, наверное... яблочные чипсы. Все. В общем, завтра будем, где вы? Завтра будем вешать. Ну вот как-то так повесили. Ждем гостей.